Всем привет! Сегодня 22 января. Сегодня у меня днюшка. Я отмечаю свое 53-летие. И мне Вика сейчас вот такие делает хвостики. Я шучу, конечно, да, что она делает. Вот мы уже, как говорится, с обеда пораньше. С обеда пораньше, да. То есть макияжик, причесочка. Потом мы идем в аренду рум отмечать уже. И, наверное, я вам покажу, как мы отметили день рождения. Так, мы еще макияж будем делать. Пока посмотрите, я без макияжа. У меня вообще нет ни капли здесь косметики, кроме уходовой. То есть только средства по уходу за лицом. Ничего я нанесла средства по уходу за лицом все. Они все равно чуть сотру и свое. Понятно. В общем, мое не кондишн. Пока промежуточный результат. Еще пока челку не делали. Ничего. Сейчас будем макияж делать. Так, запомнили, как я выгляжу? Так, Вика работает. Вика работает. Ну что ж, сборы закончены, и сейчас мы едем отмечать день рождения. Поэтому всем пока-пока. Так, кто рано приходит, тот нанимается на работу. Красивая женщина. Привет. Какая за день рождения. Спасибо, дорогая. Раздевайся, пошли, будешь помогать нам накрывать. Вся блестишь, да. Берем посуду. А мы встречаем гостей. Всем привет. Будет, у нас будет фильм. Поэтому спасибо. Ой, ты моя единственная одноклассница, которая пришла. Вообще остальные всем выговор влеплю. И мы вот так вот по-быстрому накрыли стол. По-быстрому очень. Стол нам приготовила сегодня компания Upmarket. Рекламу сделаем. Upmarket. Ваша? Да. Вот ее представитель компании, да. Сами. С огурцами? Конечно. Самый лучший подарок с огурцами. Я быстрее. Только надо будет выложить, да? А слушай, ты хочешь, да, выложить их сейчас? Давай выложим. Я вырезала их. Ой, ты какая молодец-то. Со своим. Вот товарищ, понимаете, предусмотрительный. Пришел со своим. Молодец. Кстати, очень вкусные. Я уже пробовала. Эти гости дорогие, я так давно вас очень, вообще давно не видела так. И вот самый главный гость у нас сегодня, это Валера с гитарой. Мы так приложением. Да. Ой, такие дорогие. Раздевайтесь. Цветов не дарим. Так, еще кто-то идет, я даже, наверное, догадываюсь. Там открытая дверь была вообще. А, да? А это родственники. Не знаю, кто. Привет. Здравствуйте. Обнимашки. С днем рождения. Меня. Меня. Да. Я на жесткой диете, на жесткой. Да, вижу жесткое. Все, остальное все людям. Мне покажи сюда, в камеру. Это праздничный. Это праздничный обед. Обед, плавно переходящий в ужин. Так, ура, я со всеми вами, ура! Класс, 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 блин, кто опоздал, тут виноват. Ура! Так, если только я лягу. Я сейчас подойду. Спасибо, дорогие, что вы пришли, я так рада вообще, класс, я люблю вот все такое. Да, кто у вас капитан? А это Белоснежка и 7 гномов. Вот капитан. Капитан. Лена, вы у нас будете капитан. Уже? Не знаю. Вас назначили. Да, ну и давайте сразу начнем с первого конкурса. Конкурс будет разминочный. Зарабатываем деньги. На экране называется «Что было дальше?». Сегодня у меня день рождения, и мы отмечаем в аренду рум. В очень классной компании вообще. Сейчас перерывчик. Очень дивно.
потанцую. Я на подтанцовке сегодня. Я все перекинул. Погромче сделать или так оставить? Нормально, так. Поплиртуй ты со всеми гостями, потанцуй, словно нету гостей. И присядь на одно ты колено, и там подключенный зал. Танцуй ты в таком положении, восхищаясь и громко смея. Продолжай ты вот так же смея. И вставай, чтоб нога не отнялась. Необыкновенная дочь. Покричи, как? Пятенькюк. Грозно крыльями махай, обними скалить, попиши гостей, пошипи, выпучи в свои глаза, только улыбаясь и пыхтя, прыгай бедрами вертя, выше с болью, на устах и на лице покажи карате. Ну что ж, ваши аплодисменты. Всем дома. Итак, ну что же перебивать? Да, Иванов, это... Туалетная вода. За 13 тысяч. Самая дорогая туалетная вода. Да. Ну что, мы идем далее. Подарок номер два, начальная стоимость. Давайте 2000 рублей. Кто больше? Три. Итак, 3000 раз. Пять. Пять. 5000 раз. Два по пять. 10. 11. 11000 раз. 15 раз. Вот кто раздавал. 16 раз. Мы объединили. 17. Итак, 17 раз. 17. 18. 18 раз. 18. 2. 18. 20. У меня их нет. Не важно. Все. 18. 18. А, 22. 22 раз. 22. Два. А можно в кредит? 22, 3, продана. Да. Сама именинница. И вам тоже. Да, это, кстати, мужская туалетная вода. О, да, Валера не зря старался, да? Деньги копил. Ну, третий подарок. 3000 начальной стоимости. 4, 6, 6, тут 6 уже. 6 раз. 7. 10. 10 раз. 11. 15. 16. 18. 20. 20 раз. 25. 27. Кому нужны мои деньги? 28. 30. 30 раз. 32. 30. Три продана. Посчитайте. Денежки счет любят. Ну, а там Лена пишет. Посчитайте. Итак, я не знаю, честно, что там. Такая же куча денег. Ключ от Infinity. Да, там водитель маленький. Водитель маленький, где там? Это что такое? Крем для лица. Бустер и повязка для волос. Все в семью, все в дом. Да, это все вам. Да, но поскольку сегодня участвовали все, но
Кто-то ушел с подарками, кто-то нет. Мы с Натальей решили, что сегодня с подарками уйдут все. Поэтому у нас сейчас беспроигрышная лотерея. Да. 21! Зачем забыть? Ладно. 21. 21 раз. 21, 2. Она говорит, дайте уже пакетик. 21, 3. Продано. Все, держите, это вам. Вышла Таня на заре, зачем-то мяч на речку пре. Под мостом красота, и мячик вдруг упал с моста. На сердце пустота. Не грусти, Марина, еще чуть-чуть по времени. Что-то я забыла. Че, слушай, я забыла слова? А что тебе я говорю, что ты не помнишь слова? Вообще, я не помню слова. Она очень хорошо заканчивается. Текст-то знаешь чей? Тебя уносит свет за ветвью, даже тени проблем. И он не спросит, я быть хочу, лететь я с тобой. Желтой осенней листвой, листья за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я оставлюсь за тобой. Чтобы путь мой не пророчил, я приду туда, где ты камеру рисуешь в небе солнце, разбитые мечты обретают снова силу высоты. Думала, ты будешь со мною всегда, но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя. Я отпускаю тебя. Возьми меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь мне небе звезды, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Ночь на спящий город, я бегу из дома бессонного прочь. Тоску и холод я ищу среди снов безликих тебя, но в двери нового дня я вновь иду без тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Пинка закончилась, да, мы вообще сидим тут, все съели, все выпили. Все было классно. Да, все классно было. Ленуся, Ленуся. И два слова. Интервью. Параоке. Наташенька, привет, моя дорогая, я тебя с днем рождения поздравляю. Сидячи здесь, да? Да, ты хорошо поешь? Чаще встречаться. А какие у тебя друзья отличные? Живи так же дальше. Да, замечательно. Классно. Вечеринка-то ничего понравилась? Супер вечеринка, ей мне нравится вообще. Надо повторить. Вау, повторите. Да. Хочу. Можно здесь, можно на, да, можно на вершине, в Печорино. Главное, где хотите. Без разницы, да? Люди такие Печорино же. Вообще классно. Давайте, поехали. Пять. Я хочу в Печорино. В субботу. Распечатали подарочек, да. Первый. Это от доченьки подарок. Вот такая мясорубка классная. Сейчас буду котлетки делать сама. Ура! Еще подарочек. Вот рыбицу, вот эту. И я вот... Это у нас от Ларины. Корзинка. С чудо-конвертиком. Все понятно. А это у нас подарочек от Тани Черепановой. Это у нас
розочки. Надо, кстати, их это куда-то отдельно, отдельно поставить. Вот так сегодня прям дом цветов. Дом цветов, да. Время 10:01. Мы все еще требуем продолжения банкета. Мы сидим вообще, хорошо сидим, да. В чат ничего не шлем, потому что сидим. Еще отмечаем, да. Он же, а он же. А мы с Масянечкой, Масянечкой сидим. Девчонки такси вызывают, никак не могут вызвать время. Уже час ночи. А мы сидим, хорошо. У нас продолжение банкета. А время у нас? А время 1:20, наверное. 00. Как пить? На часах уже 00. Больше. Уже больше. А да. Давайте песню-то споем на часах 00. А ты знаешь ее? Нет! Я не знаю. На часах 00. Ну, хорошая песня. Нет, кстати, уже на часах-то не 00, уже час. Да час. Лично. Ну что ж, девчонок провожаем. Вы провожаем уже. Выгоняем уже. Да. Потому что все, они уже засыпают на ходу. У меня это еще рабочий день только начинается. Рабочая ночь у меня начинается. Сейчас надо же фоточки все выложить, все видео все выложить, все сделать. Марина, помоги вашей ручкой. А, это мой подарок. Это десерт, на десерт. Да, мы тут с подарками, мы им с подарочками подарили разные. Тебе тоже на десерт. О, отлично. Классно. Ну что ж, день закончился. День рождения прошел. Кстати, родилась я где-то вечером. Подарки рассматриваю. Марина подарила мне алтайский эликсир. Это тонизирующий напиток, бодрящий. Принимать в первой половине дня надо, прочитала. И вот такой скраб для тела. Интересно, да, в таком, так скажем, пакете, который экологический еще, да, считается вроде. Сестричка мне подарила сертификаты. У меня как раз сломался принтер. Представляете, прям вот прям в тему. Потому что сертификаты от Comtel. Подарочная карта, видите, на 1000, на 300 рублей, на 300 рублей. То есть как раз у меня сломался принтер. Пойду принтер покупать. Вот еще один подарочек, который мне подарили. Это розочка. Розочка, ну и еще... Вот такой вот сертификат в женскую студию бьюти. Кстати, шоу очень было интересное, замечательное. Как всегда, Биг Шоу не подвело. Я очень давно сотрудничаю с ними. И практически все вечеринки, которые я организую, проводит Биг Шоу. Поэтому вот их телефон. Это телефон, не знаю, даже общий там, да, Биг Шоу. Или это конкретного человека. Но вот такой магнитик. Дарят они. Мне вручил Макс Вересов, ведущий, который вел у нас программу. И, кстати, хочу поблагодарить диджея. Вот, кстати, забыла, как его зовут. Нам тоже очень понравилось музыкальное сопровождение.